Мы продолжаем набеги на уже варшавские продуктовые магазины с целью найти что-нибудь там необычное. Я выбрала вот такой странный десерт, который, как ни странно, сделан в Чехии. Упаковка которого вот такая, мне ни о чем вообще не говорит, кроме того, что это явно десерт, явно с шоколадом, орехом и... Наверное, он молочный. Больше ничего не говорит ни о чем его упаковка. Хотя тут сказано, что это йогурт, и сделан он в Ламоуце, то есть там, откуда все везут сырки, любимые всеми. Что доставляет надежду, что он качественный и вкусный. И что здесь самое главное, это сметана. Сметана, если кто не знает, по-польски это сметанковый, если кто не знает, по-польски это значит сливочный. Поэтому, если вы увидите сметанковый сыр в Москве, это не сметанковый сыр, это сыр просто сливочный. Вот такой польский язык. Поэтому сейчас я открываю эту штуку и попробуем, что это. Вкус абсолютно творожного сырка, покрытого шоколадом, который есть в московских магазинах, которые так любят поляки. И просто он здесь представлен уже в виде десерта, а не в виде такой сформированной массы. На самом деле очень вкусно. Мне гораздо больше понравилось, чем польский каймак, который на самом деле вареная сгущенка. Это классно. Я думаю, что он, конечно, калорийный, как и любой сырок. Тем более он тут с шоколадом, но это правда десерт. Он правда очень вкусный.